В США впервые официально диагностирован случай заболевания лихорадкой Эбола. В Далласе, штат Техас, диагноз лихорадка Эбола поставлен американцу, вернувшемуся из Западной Африки. Предыдущие три случая заражения американцев были диагностированы еще в Либерии. На этот раз все гораздо серьезнее. Случай пребывания в США не под карантином человека, зараженного Эболой, является беспрецедентным. Как вы знаете, Эбола – серьезное заболевание. Оно передается только в результате прямого контакта с больным. Инкубационный период составляет 8-10 дней после заражения. Это заболевание с высокой смертностью даже при лучшем медицинском уходе. Сегодня у нас есть информация о том, что человеку, прилетевшему из Либерии в США, поставлен диагноз Эбола. Этот индивидуум вылетел из Либерии 19 сентября и прилетел в США 20-го.